Всем привет. Марина, возьми крест. Я взяла... Ты уже в подвале, нифига. Где у кого этот таракан? Идите меня, с тараканами, я... сразу выясняйте, блядь. Так вот я и хожу с тараканами, кстати, я говорю, в подвал чё? Пошла. Как посмотреть, там, кому он отвечает? Это на втором этаже что-то хуя. Это бегает. Только в этом. А, это Влад. Угу. Бегает. Что-то звенит. Это у меня. Отвечает даже, если вы находитесь вместе. О! Я такую формулировку первый раз слышу. А как там доска Уиджи работает? Кто-нибудь знает? Я вот не знаю. Я что-то с ней разговаривал, она ничего не двигается. Может, ей не нравится со мной разговаривать? Гайд смотреть надо. Даже доска дай не хочет знак. Со мной разговаривать. Дай нам знак. Как что тебя зовут? Пока молчат. Как тебя зовут? Блять, балбес, не посмотрел, как его зовут. Дай нам знак. Ну это интересно, как платье подсвечивается? Покажи себе. Покажи себе. Виктория. Ой. Где ты? Виктория. Блять. Вы здесь? Покажи себя. А чё мне тут на ухо? Все. Вы здесь? Вы здесь? Мистер Президент. Виктория. Дай нам мистер знак. Мистер Призрак. Дрим. Дай где нам ты? Знак. Ну, Дрим. Спасибо. Дай нам знак. Блин, чё-то больше старовика нету. Да? Чё все время бегает странно. Здравствуйте, мистер Призрак. Как тебя зовут? Вы здесь? Покажи себя. Дай нам знак. Я, кстати, ни разу с дыровика не... А, нет, видела этого. Сколько тебе лет? Дай нам знак. А ты прям с ней ходишь? Вы здесь? Дай нам знак. У тебя тоже радио? Дай нам знак. Вы здесь? Какое радио? Нет, у него доска. А? Дай с доской такой в руках. Где вот вы? Такой. Где вы? Как тебя покажите зовут? Мне на карте, где вы? Вы здесь? Где ты? Я бегу с тобой. Как тебя зовут? Дай нам знак. Вы здесь? О-о-о! Вот чё? Это бабушка. Какая бабушка? Дай нам знак. В чепчике. Вы здесь? Ой, мне тут что-то... Это призрак или это просто? Да просто, наверное. Где вы? Дай нам знак. Просто музыка, да. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сейчас что-то вылезет или что? Вы здесь? Вы здесь? Два таракана, три таракана у мастерской. Где ты? Как тебя зовут? Вы здесь? Дай нам знак. Вы здесь? Дай нам знак. Вот, что-то кидай тут. Четыре таракана. Дай нам знак. Где вы? Покажи себя. О, есть. Есть радио. Ох, опять это крест. А, ну я говорю, это такой стандартный. Ну он, короче, закрыл. В мастерской, походу. Да. А отпечатков нету? Нет. Может, на двери? Микрофон поставили все? До свидания. Еще нет. А тебе на доску что-нибудь говорила? Нет. Как она работает? Вы здесь? Здравствуйте. Вы здесь? Так, на короче, тогда мольберт. Рисуй. Дай нам знак. Что-то тараканы замолчали. Дай. Дай, мой дарлинг. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Где ты? Так, нету нифига, это так плазма.
Вообще нисколько выкидываю эту херню вот здесь вот поближе. Так, а что у нас еще есть? Ничего? Мольберт поставили? А ЕГС? Уже нету. У кого ЕГС? Она осталась валяться, наверное. Бутылку. Сейчас пойду возьму. Мне кажется, у меня там рассудок повредил. Нарисуй на мольберте. Нарисуй, меня пожалуйста. Меня глючило периодически. У тебя 78. У Влада 71. Так, Колян на эту фигню взял. А кто без фонарика ходит? Марина? Я с фонарем. Ну, я с Марина, этой хуйнёй. Ну, ты возьми вот эту фигню. Минусовая, что ли? У меня есть уже... Минусовая температура? Ну, пока не... Да, походу, у меня да. Раз 5. Да, минусовая. У тебя раз 5 вот эта штука, да. А еще что? И все. Ну, и а фонарь. А три вещи возьми. Можно брать? Да. Он тут что-то потрогал. А теперь на букву F нажми, чтобы фонарь светился. Иди, он там что-то потрогал, надо фиолетовым посветить. Так, у нас минусовая. Есть EMP, да? И, нет, EMP нету. Минус... Нету EMP? 3-4 было. Микрофон и точно. Минусовая. Где следов эктоплазмы была? Нету. Вот тут где-то я вот стояла, и тут вот прям вот пар. Где? Не, он прям парит, пипец. Вейпер. Вы где? Вы в этой? В мастерской. И он тут какие-то эти самые выключатели щелкал. Да, если отпечатков нету, то ставим, что нет отпечатков. Не видно. По башке нету, если ничего. Считаем, что отпечатков нет. Как следов эктоплазмы нету. Это либо Абадон, либо Ханту. Так, Ханту. А, типа крестик. Ханту. Отвечая, делает вас легкой добычей и проклинает при общении с ним. Снять проклятие можно с помощью кайфа. 4 таракана. Бля, я потерял фонарь. Который воздействует на рассудок при общении. Так, Ханту, либо Абадон. Абадон. Вы где? Если вы держите распятие в руке, он вас игнорирует. Ну, короче, что-то больше 5. Ой, что, рисунка нету? Mm-mm. ЕГС поставили? Mm-hmm. Не, подождите. Может, его на пол поставить сюда куда-нибудь? Поставь. Эй, чё ты? Кто включает, выключает? Сука! Покажись. Господи. Покажись. Покажи себя. О, чё? О, музыка пошла. Она вы же говорит, да? Угу. Я говорю, мне не появляется, что я говорю. Покажись. Дэн, покажись. Ты здесь? Вот кидает, дурачок. Я до сих пор не научился вас отличать. Одинаково. У меня темные, а у Лёши светлые волосы. Тут иногда так свет падает, что типа это самое. А кто щелкал? Я. Иногда свет падает, как будто темный, светлый. Так, ну чё, давайте ставим, короче, что-нибудь и продолжаем играть. У вас нету рисунка на холсте. Нету следов эктоплазмы, нет отпечатков рук, значит, это Абадон. Значит, я подтверждаю, что это Абадон. Типа это ЕГС? Опа, походу, да. Давай что-нибудь нормальное. Включи хорошую музыку.
Сентябрь горит. Убийца плачет. Да по башке. Да больше трех, больше трех тараканов не было, да? Больше четырех не было. А, да что? Мулинг. Давайте это? Выбирайте быстрее. Это ну, мулинг? Марин, пойдем это. Это мулинг? Че? Дверь закрыл, сука. Блядь. Он закрывает дверь. А, просто закрыл. Да. Эй, да ёб твою мать, сука. Себе позакрывать. Мы типа валим? А вы куда ушли? На выход. Ты фонарь больше не держи, ты держи в руке крест теперь. Такие тактично просто свалили. Тактика превыше всего. Вы выбрали призрака-то, нет? Я нет. Да, так, да. Сейчас, подождите. Это... Абандон. Минусовая, некрофон и ЕГС, С и ЕСГ. Это минусовая и некрофон у нас. И у нас не хватает, ну, в смысле, точно нету следов эктоплазмы, отпечатков пальцев нету, ЕМП нету. Помянешь чёрта, вот он и явится. Чё, Бобу, что ли? Да. Абаддон. Сделайте так, четкую фотографию призрака. Прочитайте потерянную записку. А, ну это не сложно. Бля, вот сфоткать сложно. А где она? А, я в мастерской находила. Ну, видать, кого везде? Фотик? Фотик не у меня. Кого фотик? И не у меня. И не у меня. И не у меня. Его нету, значит. А как сделать распятие? А я, по-моему, не купила. Фотик я, по-моему, не купила. Бля. Так он у нас был. Так я умерла. Уже привезли назад. Mm-mm. У меня все забрали. А вот что-то на полу валяется, это не фотик. Нет, это кто микрофон. Пойдем. Нихуя ты себе. Ты возьми крест в руки. Что за кошмары, блядь, на улице? Все, пойдем. Меня кошмарит. Включает, выключает фонарь. Он мне тут показывался несколько раз. Смешной. А ты смешной. Ну, он смешной, но это... Нам нечем его сфотографировать. Угу. Бля. Так где ты? Я пропустила. Так, я одно распятие перевернул. Мы ищем распятие. Второе перевернул. Я записываюсь. Что-то у нас такие. А, я записку нашла, он мне тут это сам. Ну там все ха-ха-ха-ха-ха. Ну, в мастерской нету, да? О, записку нашла. Как я ее пропустил? Мария никогда не знала жизни у этой. Магды, Магны. А, да? Угу, на полу повалилась. Мари никогда не знала жизни. Угу, за пределами маленькой обшарпанной комнаты, в которой ее держали. Ее родители, никогда так мечтавшие о дочери, относились к ней с ненавистью. Ой, тут так много чита... Ебать. Ну, очень интересно, да, да. Если кто хочет, вот она лежит, можете почитать. На полу. Ой, а где? Она что, свечку превратила? Она в свечку да превратилась. Да не, вот она, вот она. А, вот она, свечу. Господи. И такая, она в свечку превратилась. Магна, Магна, Магна. А, блядь, мы не нашли последнее распятие. Угу. Записку засчитала, а распятие последнее не нашли. А где она? Ой, атака? Бежит, ебать, нихуя себе! А, все? А, меня убили! Или что? Что было? Он такой толстый. На здоровяк? Эй, толстый! Ту-ту-ту-ту. Ту-ду. Какой-то это павн. Такой голый. Какой-то. Да, голый, толстый. Да есть поебался. Голый мужик. Что с голые мужики бегают? Ой! Че? Блять, и дети бегают какие-то. Так, последний распятие где? Ищу. Подвал, походу. А ты в подвал пошла? Mm-mm.
Ну я это пойду, пожалуй. Угу. А ты в подвал пошел? Я пошел в подвал. Бля, ну он уже. Ну я что-то слепой, поэтому никак что я. Ух, какой! Ага. Бля, да что вы его все видите, а я не вижу. Такой. Вопрос, хочу ли я? Не факт. Этого веселого мероприятия. Бля, вот он так много показывает. Коляну как раз уже 12. Да? Да. Что было? Да я. 13. А у меня сколько? 39. А, ну нормально. А у меня нормально? У тебя 63. Давай, Лёх, ищи за проклятие, заклятие, распятие. Я вот еще на втором тоже не вижу. Походу где-то, блядь, в подвале висит. Ну я в подвале а прошелся, не увидел. Ты в подвале просто не мог бы его увидеть. Я нажал. А, все, все, завершено. Уехали, уехали. Уехали все. Кто уехали? Все мы уехали. Но мы больше ничего мы не уезжаем, можем сделать. Мы больше ничего не можем сделать. Кто фотоаппарат не купил. Да. Дали одну единственную задачу, блядь. Фотоаппарат. Ладно, не справилась. Ну блин, я зато распятие купила. В тот раз нужно было распятие. Его не было. Его не было в магазине. Нет, я пошла в магазин. Нажимайте там. Надо возле тачки стоять, по-моему, всем. Я здесь. А, подождите, погнали. Я выбрал? А, да, ну да. Все проголосовали же, да? Все, все выбрали, поехали. Где мои бабки? Вот они. Ханту? Ханту? Это был Ханту? Блин. А что у Ханту какие эти? Да как? Рисунок на холсте. А что он ничего не рисовал? Сука. Угу. Ты забыла добавить. Еще какая. Всем пока.